Идея зародилась очень давно, еще 10 лет назад. Эта проблема общегородская, во всех дворах есть ямы. Не получалось ее локально массово решить. Я стал интересоваться этой проблемой, почему все же не удается проблему эту побороть. Оказалось все элементарно, просто отсутствие бюджета. В управляющей компании на строке на содержание это не предусмотрено. В бюджет это тоже не заложено, потому что это не целевое расходование бюджетных средств. Есть программа «Комфортная городская среда», которая делает благоустройство комплексное и перестраивает весь двор. Но это очень дорого и очень долго. А данный способ ямочного ремонта, локальный, он позволяет эту проблему побороть очень быстро и сделать это в больших масштабах. Мы стартанули с 25-го микрорайона, и вот мы видим, что за два дня уже целый двор сделали, и до выходных у нас эта проблема будет решена во всем 25-м микрорайоне. И далее она будет транслироваться на весь город. Проект задуманный в рамках всего города Сургута, потому что мы так или иначе все равно как соседи ездим по соседним дворам и сталкиваемся с этой проблемой. Мы увидим этот результат, что за два месяца у нас во всем городе во дворах исчезнут ямы. Для решения этого вопроса мы привлекаем всех неравнодушных бизнес-сообществ и простых граждан, чтобы сделали пожертвования. Одним из таких благодетелей выступил Барсов Евгений Вячеславович, который 25-й микрорайон знает и который видит, и которому тоже стало интересно поучаствовать в этом вопросе и как-то локально решить эти проблемы. Результат мы видим, мы будем сообщать о нем каждый день, каждую неделю, что нам удалось сделать, какие у нас дальнейшие перспективы, какие дальнейшие планы. Я думаю, общими усилиями мы сможем этот вопрос решить. Ать! Ать! Ать!
вот здесь будут делать? Это муниципальный проект. А вот здесь будут делать? Это муниципальный проект.